У нас есть два варианта. Либо подождать, либо поехать сразу в Охом. Сам засыха, блин, мы за тебя боимся. Думал, это Я змея шипит. собрался. Зачем ты это? Это же Зачем? законник! Все, давай еще дождем. Я по короткому пути поехал за мной. Ага. Прости меня. Мне эти слова твои доказывай это дело, Ларри. Пока что ты в банде. Есть возможность. Ты же знаешь, банда для меня как семья. Да, что-то я не заметил на сегодняшнем деле. Ой, правда короткий путь? Я же, кстати, говорил, что эти собаки вызовут своим этим воем волков. Так и случилось, кстати. Значит, ты у нас вестник беды, да? А меня никто не слушает. Мы все тебя слушаем, Ларри. Но вот когда ты нам нужен, тебя нет рядом. Да ладно, что ты бываешь со всеми. Никто не застрахован. Так, Рудс, как давно я здесь не был? Сегодня, да, был. Джима, почему ты не переоделся? Потому что мы здесь... Нам больше здесь некого бояться, Ларри. Да, все же устранены. Да. Остался один Браунсон, только и все. Ну, я думаю, с ними мы уладим вопросы. Здравствуйте. Мисс. Здравствуйте. Аккуратно, вас сейчас лошадь ударит. Да, не ударит. Меня не ударит. Понятно. А вы, это вы, Оливия? Да. И как обустраиваетесь в Роудс? Ну, относительно нормально. Ларри, ты можешь пока пойти и купить себе патроны. Были бы у меня деньги еще, Джим. У Римуса спроси. Хорошо. Так, сейчас минуту, я к вам подойду, Оливия. Хорошо. Чем занимаетесь? Оливия. Да так, мелкой работой. Охота? Ну, охота скорее ради покушать. Покушать, да, я помню, вы это же говорили, да. Да. С кем познакомились, Роудс? А, да, с Аннабель, да еще пару человек. Вы знаете, я на имена немножечко... Немножечко а, как и все мы, да, я ой, понимаю. Ой, собака, ой. Боитесь собаку? Да, она... Вы знаете, вот эти... Только собаки в рот не приносят беду. Все остальные... Все плохо. Да, как говорится, в этом городе слишком много собак. Да, и все они срут. Так вот, а, да, я понял. Имена, короче, я не очень запоминаю, знаете. Понятно, понятно. А кого-нибудь еще... Кого-нибудь видели сегодня в городе? Да, вот как вас. А еще, да? Разные, да. А, понятно. Девушку встретила одну. Говорила, ее ограбили двое мужчин в зеленых плащах. В зеленых? Ничего себе. В зеленых плащах, слышал, да? Двое мужчин. А какую девушку ограбили? Не знаю, она с косичками. Опять забыла, как ее звать. Она представлялась, но я забыла. С косичками. Сегодня, да, она говорила? Да. Ой. Вот, о, да. Здравствуйте. Вот она, Аннабель, светит. Что некрасиво так говоришь? Что делаешь? Аннабель, тут получается, кто-то грабит кого-то в зеленых плащах, мужики? Угу. Девочка Джинни, да. Она сказала, что на нее напали, но она успела ускакать. Вот, двое каких-то всадников в зеленых плащах. Так надо разобраться, господа. Надо разобраться с этим. Угу. Слушай, что правда, то правда. Вон там вот, за красным амбаром, в той стороне. Понял. Если... Хорошо, мы разберемся, дамы, разберемся. Так, ну а в целом тихо в городе? Спокойно? Ну, в городе вроде как тихо, спокойно. Отлично, отлично. А на возле мельницы не очень. А вот, да, к мельнице лучше, не, наверное, не ездить больше. Да мы это уже поняли. А выбор-то шерифа-то когда вообще? Да, кстати, вот надо шерифа, наверное, выбирать нам. Ну, типа, а сколько времени прошло с того его объявления? Говорят, вроде в понедельник должны были выбирать. А так уже сейчас непонятно. Что-то шериф... Вы кто-нибудь видел шерифов кого-нибудь вообще здесь? Помощников? Ну, хоть кандидатов кто-нибудь выдал вообще. А я вообще кандидатов не видела. Я выдвинул свою кандидатуру, да, и все. По-моему. О, здрасте. Опять это собака.
Вы так стрелялись. А вы боитесь собак, да, получается? Совсем да. сильно? Если покусали? Да. Вам бы еще зеленый плащ и все. Хорошо, хоть, ну, вы целы, это хорошо. Ну, да, я была маленькая. Мне стена чистая. 4 годика, когда меня собака чуть не откусила руку. О, если шрам остался. Ляжете, да, остался, вы сольете да. с вас. Ну-ка покажите. Да, я не завернул так рукав. Каким а рубашку снимать, извините, не деревянным. Ну ладно, да, хорошо, не буду заставлять вас. Ладно, было приятно пообщаться, Оливия. Да, надеюсь, вы задержитесь в нашем городе. Да, Римус, прекрасная девушка Оливия и прекрасная девушка Аннабель. Ваши. Да. Но вас-то никто не грабил из зеленых плащей, надеюсь? Не, я не встречала никого. Тоже хорошо. Не встречала. Все, тогда мы разберемся. Мы вот как бы хотим бы обезопасить Роудс, чтобы вот таких больше подонков тут не было. Да, было бы здорово. Да. Так. Ну что, Римус, поехали, наверное. Да, слушай, патронов тут нихера нет. Патрон? Потрясающе. Только для винтовки есть, слушай. Болтовой? Ну, да. Ну, болтовой, ланкастер, вот это все вроде. Ланкастерская у меня, подожди. Дай-ка мне... Давай, что-то дам. Ага. На, держи, короче. Ага, спасибо, сейчас. Подожди, а там точно открыто? Может, не работает еще? Конечно, что, на распашку вообще. Хочешь, заходи, хочешь, не заходи. А, хорошо. Воплощение. Так, здрасте. Лассо точно купить надо. А есть, кстати, смотри, какой флаг, что-то висит у них интересный. Не знаю. Да. Что это за флаг такой интересный? Желтый, видишь, да? Да. Это эти, ша, как их там звать, этих придурков, шапах где? Либертарианцы. Видишь, у них это означает символ, типа, это змея, которая готова напасть, если вдруг на нее наступит. А это нам интересно, они такие люди или нет? Да, они анархисты. Так они, кстати, они, значит, здесь были. Они считают, что хоть сюда, что вообще не нужно, и общество может само вообще всем, чем хочешь управлять. Эти вот эти либертарианцы. Конечно, интересные люди, но нам нужно... То есть, подожди, он, значит, либертарианец? Этот какого... Владелец, возможно, да. Да. Ну, вы будем знать. Я у него раз не выйду. Так, а где Джинни, где Дугаль? Где Ван? Они же в город поехали искать там лошадь этого коня. А я думал, нет, они в Роудс поехали сюда искать Вана. Не, они поехали коня искать Ларри. А уже поехали искать коня Ларри? Да. Хима, это как в Анкорд, когда мы поедем. Да, можем сейчас поехать, что нам. Поехали за этим Дубовым, смотрим, да, они там, давай, не там. Да, давай, давай. Хорошая девушка это Оливия, да? Хе, я ее давно не видел. А я ее видел, по-моему, позавчера. А куда это, поскакал? Домой. Понял. Кстати, алкоголь дали и чай. Вот тебе везет сегодня, да, на алкоголь и чай. Надо будет, кстати, потом заехать к мадам Камиле, наверное. Давно не было ни. А вон хорни это продают, это как они, бакшоты на дробовика. Да, вроде как, были последний раз. Ну, посмотрим. Может, кстати, может, там вон хорни с кем-то это переговорю, может, обменять получше двустволочку. Ну, как вариант. Сейчас мы поедем, посмотрим, может быть, у Кудлома наш. Нам бы собраться все вместе уже и поехать. Да, по-хорошему. Да мы, в принципе, были все вместе, но что-то быстренько это. Но у нас Ван поехал и исчез. Если его кто-то поймал, может быть. Да, Ван уехал. А куда он уехал? В Роудс за лошадью своей. Купить лошадь. Что, как хренет можно? Потом поехала Джинни с Дуглем искать его. Пропали. Поехали, видимо, в Сен-Дени за лошадью Ларри. Короче, как я понял, это все вымышленная история, что там какие-то два зеленых плаща. Ну и да, я уже сначала, это, знаешь, подумал, что опять какие-то козы появились на нашей территории. Ну да, как мы это, своевольно так называем нашу территорию. Но нам же нельзя говорить, чья это территория, это же будет нарушение правил. Поэтому вообще... Да надо этих ублюдков расхерачить, я считаю. Рано или поздно мы это сделаем. Давай перевернуть эту игру. Надо, знаешь, втереться в доверие, сделать, чтобы они максимально нам были полезны.
Ну там да. Же некуда торопиться. А потом будем потихонечку одного, второго, третьего. Да. Я бы начал с выборов, а не своего кандидата поставят, а мы его как эти кокнем. Скажем, ой. Извините, это так получилось. Может, это своего там поставим, хороший человек, вот умный это у нас. Это работяга прикидываться умеет. Да, можно через него узнавать информацию от них. Но, нет, посмотри, помнишь, мы с тобой говорили, что лучше дурачка поставить у. Да, но дурачок не нас, а их будет, а лучше своего поставить. Так, это даже дурачок, не дурачок, а Лэри будет. Ну давай посмотрим, кого поставят, а там решим. Ну я бы точно кокнул этого ублюдка, но потом, ну посмотрим. Что-то никого здесь нет. У нас есть два варианта, либо подождать, либо поехать сразу в Ванхон. Давайте подождем минут 10. Ванхон. Так, а это кто там? Дугаль? А где Джинни? Так, они в Роудс поехали какого-то черта, я сказал, что вы можете здесь быть. Да мы были в Роудс, вас там не было, мы приехали сюда. А мы в Ванхорн поехали, потому что думали, что вы в Ванхорн поехали, а вас там не было. Да охраняй твое это. Игра на поражение, на мою игру на поражение. Может, когда Ванхорн уже и поскачу? Так, а они в Роудсе? Давай еще только подождем, они сейчас вернутся сюда. Они сейчас приедут сюда, Дугаль? Ну, должны. Да, догадаю. Конечно, Джинни охрененно цепочку выстрелила. Говорит, давайте сначала поедем в Роудс, потом в дом. Я такой, так у нас же дом близко. Нет, в Роудс. Я сказал, ну ладно. Ванхорн ты имеешь в виду? Нет. Она сказала, вот когда мы уже вернулись из Ванхорна. А, вот понял. Я поэтому сказал Вону, что я сюда сейчас поеду проверять. Я же говорю, маленький. А вон они едут. Мы вас искали везде. Да мы были только что в Роудс. Вас а искали. Мы были только что в Ванхорне, потому что так мы думали, что вы без нас уехали. Тебе ж Дугаль говорит домой же, а ты шо, глупость маленькая? Не мы слушай. Приехали, вас тут не было, придурки. Так нет, я хотела в Роудс ехать, зачем нужно было домой ехать? Могли сказать, что вы можете поехать туда. Мы, блин, все объездили, чтобы вас найти. Эх ты. Ладно, что, подскокали, все в сборе. Да, давайте, Ванхорн. Ванхорн. Ты как себя чувствуешь, Ларри? После вот этих слов, которые ты сказал, я ему все просто шикарно. А. Только не смей никому проговориться. Собаки. Никому не смей проговориться про это. Хорошо, Джим. И еще раз с тобой повторим. Ты вчера уехал искать Ника. Нам сказал, что ты уехал искать Ника, а сегодня приехал и признался, что ты его убил. За это ты получил по морде от нас. И мы привезли его, мы приехали сказать об этом. Ну, то есть, ты сказал, что ты расскажешь это Ванхорну. Поэтому мы приехали. Ты меня. Ты понял? Да, Джим. Я вас обманул, потом прискакал, сказал, что убил, и вы меня взяли и отвезли к Ванхорну. Ну, да. Все так. Кстати, тело-то где? Я крокодилом скормил его. Ну вот так и скажи. Аллигатором точнее. Что за дело у тебя было с Эндони? Да я с незнакомым хотел, говоришь, встретиться, поговорить 5 минут. Я думал, успею туда и обратно. Что за знакомый? Нам нужно об этом беспокоиться? Да не, это обычный паренек. Это по поводу театра. Понял. Думал заодно уметь все это дело. Слушай, Джим, если они меня грохнут, забери, пожалуйста, мой вот этот томагавк. Так, кажется, у меня небольшие проблемы. Так, уезжай отсюда. Просто езжай подальше, езжай нормально. Подальше. А, от нет, не все нормально. Да, от Ванхорна подальше езжай. Все будет в порядке. Ты им нравишься, Ларри, они сами сказали. Надеюсь на это. Ну что, салун? Давай, Рима, составляй коня и пойдем в салон. А где Джинни? Я тут бываю только тогда, когда мне тыкают оружием в лицо. О, Джим, здесь колонка есть где-нибудь, не знаешь? Что-то не припомню. Малая решила сама в свой асе походить здесь. Ну, бандитка растет. Знаешь. Проблема еще. Рима, пожалуйста, на секунду. Что, не проблема, если в рухе понесу это двустволочку? Да не проблема, я думаю, ты же не на столешник.
Да, пойдем. Не угрожаешь мне. Да, можем уйти сзади, я просто тебе хотел сказать. Если они меня грохнут, забери мой цилиндр. Слушай, если они тебя грохнут, боюсь, мы все тут передохнем. Может, ой, лучше, наверное, рисковать? Оружие на плечо, да, слушай, брат. Да, положи обратно. Да что мне тут сделать, ублюдок? Нельзя доставать. Откуда? Держать в руках — это уже достать оружие. Вчера же устав говорили про это. Да, пожалуйста, спрячь. Засыхи. Сам засыху, блин, мы за тебя боимся. Думал, это змея шипит. Я собрался. Я по записи. Я только спрашиваю. Мэри Спарс, привет, привет. Здравствуйте. 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 Отличная прическа. Под стать вашим усам. А кажется, видел тут я... никого нет, господа. Видел я одного мужика такую же прическу, но недолго его. Я знаком с ним был. Так мы должны были с ними встретиться, или они не знали? Нет, мы просто ходили. Ну, приехали сюда рассказать о том, что мы знаем про этот блокнот. А их никак не найти. Давайте сейчас поспрашиваем здесь. Сейчас спрошу у бармена. Давайте шныря отправим просто какого-нибудь местного. Меня, что ли? Нет. Ну ты не местный. Иван, мы тебе потом представим еще, если будет у нас этот человек здесь. Да. Представим ему, скажем, что ты с нами. Слышь, Бойчик, а где здесь Кларки-то вообще? Может, Зек ты видел, где? Недалеко, может, здесь был. Прошу прощения. Чего это прочь? Это я достал, я... Все хорошо, давай я... там, да. Так, я выйду, на всякий случай, это сейчас начнется. О, Джинни. О, так вот что там наверху, там я тебе... Мама! Тихо, спокойно, спокойно. Я тебе купил коробочку патронов для винтовки твоей. Спокойно, сейчас разберемся. Надеюсь... Мамочки. Это наши? Так, держи патроны, попробуй их зарядить. Попробуй хотя теперь бы их проверить. Теперь их 30. Я себе 20 купила просто на свои деньги. А, где ты купила? Здесь? Надеюсь, если это наше, мы здесь все можем просто оставлять оружие заранее и идти туда, к этому дереву. Ну, пойдем наверх. Если это наше, нам нужно им помочь. Нам не нужно им помогать. А если они умрут? Если какой-то идиот начал стрелять... Лошадь, она не умрет? Нет. Брат, это все, все, кто у меня остались. Девка. Все хорошо, вы живы? Да, кажется, все. Кто начал стрелять? Непонятно. Они пошли на задние улицы, насколько я слышал. Где мой брат? Скакали, началась стрельба. Кто начал стрелять? А, законники, видимо, с другого города. Я видел это точно этого полицейского. Вы не поднимали стволы? Нет, нет. Господи. Ой, нет, господи, мы вообще в салоне сидели. Молодцы. Так. Законники какие-то приехали, начали стрельбу. Здравствуйте, мистер Листат. Я думал, опять приперлись Кларки, ладно. А. У вас какие-то дела тут? Мы по поводу блокнота информацию нашли. Ну, пойдемте в салон. Пойдем, сейчас я позови Рим. Иван, можешь позвать Римуса? А где он? Господи. А, он где-то там. Римус! Римус! Простите. Так, господа, стоп. Что, с тобой все нормально, дружище? Да, Листат там пришел. Так, смотри, я тебе патроны для ДПВК достал. О, слушай, неплохо. А где Листат? Может, мы с ним поговорим? Я покажу тебе потом. Бля, этот... да что ты? Что? За... Зачем ты это? Это же законник! Это... Блядь, это купленный законник! Он бегал с оружием к вам! Он нет, он... Так не нужно его развязывать, он же мне пристрелит! Беги, беги отсюда, пожалуйста, подальше, пока чтобы он тебя не здесь. Давайте, я пока это справлюсь с вами. Думал, не убивай его. Не убивай его, понятно? Хорошо. Мужик, он бежал к вам с оружием. Да не бежал он к нам с оружием. Я тебе говорю, он бежал к вам с оружием. Женя, еще одна такая выходка, будешь дома сидеть, а хер тебя не ван хор. Да пошли вы нахрен, блин, задрали. Сами свою жопу потом спасайте. Вообще непригодная для такого города. Так, револьвер, тебе патрон нужен для револьвера? Нет, там все хорошо.
Ага. Слушай, двустволочку пока не буду заряжать. Может это, получится обменять на двустволку на помпу. Понятно. Хорошо. Так, а кто это учинил, то стрельбу листат? Говорят, какие-то нет, законники какие-то приехали и начали стрелять. А, это да, это я видел. Я уже боялся, что это вы. Не. У нас все хорошо было. Но мы тут наблюдали веселье. Да. А Джинни побежала тебя искать и говорит, что ты у нее единственный и остался человек. Да, классно придумала. Так. А что, где Лестер? Ждем в салоне, ждем Джинни. Она уже куда-то побежала. Да нет, она куда-то сзади нас осталась. Пожалуйста, Римус, сделай что-нибудь со своей сестрой. Она умная, да, девчонка, надо бы но успокоить. Она как понос здесь летает непонятно где. Может быть, чай ей попить? Что-то не помогает. Понятно. Надо из ромашек. Дугаль, ты не видел Джинни? Нет. Ладно, пойдемте. Твою там мать, ну что за древняя девка? Глупость, как ты ей говоришь. Да, маленькая глупость. А, вот ты где. А мы там ждали тебя, Джинни. Ну, а он ждет вас. Привет, земляк. О, здорово, Стэк, ты шо ли? Так. По поводу блокнота. Мы сегодня поговорили с помощником мэра. Достаточно откровенно. Очень откровенно. Он жив, здоров. Никто не убит, все живы. Он рассказал, что у него нет этого блокнота, что его уже сегодня про него спрашивали до нас. Какой-то рыжебородый мужик в маске с женщиной. И он нам рассказал, что этот блокнот пропал во время... Ну, подтвердил информацию о том, что блокнот пропал во время званого ужина у мэра. Но вместе с... и в этот день поймали... Больше он этого блокнота не видел никогда нигде. В этот день поймали Хейза. И в этот день пропали двое охранников... И одна служанка. Соответственно, блокнота у него нет. И он может быть как у охранников и служанки, если они живы, если они его украли. Это Сайрус, Кирк и Джинни. Или Дженни. Или у Хейза. Хейза, он сказал, что он не доехал до законников, его перехватили. Но мы все знаем, что случилось с Хейзом. Он уже побывал в Анхорне после этого. Это все? Это все. Так я понимаю, мне нужно будет передать это все Кларкам, верно? Да. Наверное, Джеку. И Джеку. Или... Джеку. И Джеку, да, тоже, да. Точно про него совсем забываю. Говорили, что еще помимо нас, еще кто-то интересуется этим блокнотом. Но как минимум еще две группы. Да, про это я уже не знал. Только что же сказали, что двое до нас были. Или трое. И говорили просто так, про погодите, рыжего. Двое людей или две группы все-таки? Нет, двое... Ты не помнишь, что говорил этот человек? Этот помощник? Он сказал, что был рыжебородый в маске и с ним женщина. Так он сказал, что мы уже третьи, кто интересуется этим. А, да, сказал третий, да. Он обобщил, их как бы было много в комнате, и, скорее всего, третий в плане неизвестно сколько людей, но просто мы третий. Короче, три группы. Угу. Понятно. Это, конечно, в принципе, могли бы быть шоу, но вряд ли. Кто там был? Вы же вроде знаете, там кто говорили про кого-то. Вторые кто-то там говорили, рыжий мужик, что-то такое. Да, рыжий мужик в маске и женщина с ним. Первый раз, на самом деле, про них слышу, но ладно. Так. Так, а именно Сарус, Кирк, там Женни, ты что не говорят? Дженни, возможно, и говорит, а вот первые два вообще ничего. Если это, это могут быть вымышленные имена, что кто-то устроился туда охранниками и служанкой, чтобы выкрасть что-то, блокнот, допустим. Но мы это уже не можем, то есть наводка на то, что блокнот у помощника не сработала, и у него не было этого блокнота. Мы его обыскали, он с дулом у виска плакался и уверял, что больше ничего не знает. Что он не видел блокнот со дня пропажи его. Но стоит учитывать, что он не один помощник. То есть там их несколько, как он сказал. А как звали этого помощника, Джинни? Сэм Оруэлл. Вот так его звали. Сэм Оруэлл.
Сэм Орвелл. Угу. Надо будет уточнить у Джека. С ним была женщина в черном платье с огромными шрамами через глаз, то есть от брови до ниже глаза, и с поясом с револьвером, скорее всего, охранец. Угу. Но а для человека, которого постоянно прессуют, и уже третья группа, мне кажется, у него мало охраны в виде женщины одной. Может быть, она только на... Ну да. А еще, вы не знаете, кто мог быть с Хейзом на приеме у мэра? Есть информация, что вместе с ним была какая-то высокая светловолосая дама. Высокая светловолосая дама. Mm. Он ее называл женой на приеме. Женой. Нет, это, скорее всего, вам ответит тоже Джек. Понятно. Мы сегодня с ним не встретимся, так понимаю, да? Он, к сожалению, уехал из Ванхорна пока что. Прекрасно. Ну тогда мы свою часть работы сделали. Если будут какие-то новые зацепки и, допустим, будет понятно, где находится, ну, и на, либо настоящие имена, либо примерное местоположение этих... служанки и охранников, то мы ими займемся. Либо сейчас будем работать над тем, чтобы спрашивать других помощников мэра. Угу. Я думаю, лучше второй вариант все-таки. Хорошо. За первую часть вам деньги нужны? Если дадите, мы не откажемся. Но давайте сделаем так, чтобы доверие у нас было взаимовыгодное. И... Давайте мы когда сделаем, окончательно закроем этот вопрос, мы получим, уже поговорим об оплате, как вы считаете? Да, за результат поработаем. Я тоже за это. Дело ваше. Да. Все, тогда... Калистат, я хотел бы поинтересоваться еще отвлеченную тему. Вот это, не знаешь, у вас тут это обменять двустволочку на помповую где-нибудь можно? На помповую двухстволку. А где ты ее достал? Да так, рыбанул одного придурка. Думаю, я смогу договориться, да. Оставь лишнее и приезжай завтра. Хорошо, да, сяду, да. Я тебе положу. А во сколько? Так, где-то... В это же время, я думаю. Да, хорошо. И у нас информация от Ларри. Угу. Ларри, мы сейчас это... Выходи давай, сюда. Выходи. О, держи. Ой, нет, давайте я перед этим кое-что спрошу. Слушайте, а вы не знаете, нужен ли нам, точнее, Джеку и Кларкам четвертый шериф, который, ну, может, с ними как-то работал? Четвертый? Да, дело в том, что двоих убили вчера, третьего как бы ищут, Ника, который. Но с ними был четвертый, мы это еще знали в день, когда у нас с ними неполадки получились. И вчера, скажем так, мы видели четвертого как раз-таки. Который с ними постоянно трется, и который тоже помощник шерифа. Но мы не знаем, связан ли он с делами, и нужен ли он Кларком и Джеку. Ну и вам. Я думаю, если нам скажет Джек, то его по с ним возможности разберемся. Узнаете, а так бы я не отказался бы с ним поговорить на определенные темы. В плане узнать? Узнать у него самого, работает ли он на Ванхорне? Нет. Узнай, где он сейчас бывает. Все-таки он же не будет сидеть на месте после того, как его братья исчезли, верно? Но сегодня вы видели в Роудсе, я так понимаю. Нет, вчера видели его в Роудсе ночью. И наши люди, и обычные жители сегодня, я спрашивал. Это который Рауль. Да, Рауль. А, Рауль, точно. Он нужен? Мне да, Джеку вряд ли. В общем, если привозить, то вам. Вообще отдельный разговор, да. То есть нам в идеале завтра привезти вам Рауля, если что? В идеале узнать, где он находится, где он прячется, и сказать мне об этом месте. А потом я уже думаю с Кварками, сам наведусь к нему. Договорились. Кварки так любят, конечно, веселиться. Ну, не ладно. Ладно, не будем об этом. Ларри, у тебя какой-то... Помните, вы мне говорили привезти вам этого третьего паренька? Помню. Так вышло, что он умер. Ну, точнее, я его убил. Извини, у меня уши серы забились. Что ты сделал? Убил его. Хорошо. У меня два вопроса. Как и нахуя?